здорово, пацаны. Восстановление ключевое. Вот я, например, денек отдохнул. Прям сейчас вообще соскучился. Готов бежать. Покорять новые, непокоренные покоряшки. Вот. А так, что будет, если восстановлюсь дня 2-3? Скажи, что будет. Сишки станут соблазнительнее. Пивка тоже захочется выпить. Поэтому главное — самодисциплина при восстановлении. Главное — не восстановиться меньше, не восстановиться больше. Потому что вдруг начнешь себя чувствовать богом. Расслабишься. Вот. А ты не бог. Ты просто человек. Восстанавливайтесь с ответственностью.